проекте Terra я представляю работы, выполненные на зеркалах. Концептуально это было выбрано именно зеркало как метафизический материал, отражающий окружающую среду. И в частности зрители, человека, который наблюдает эту работу, рассматривает, он воспринимает и себя как соучастником процессов, происходящих в нашем мире, и наблюдает эту картину вечного меняющегося мира, каких-то структур движимых, механического воздействия, которые как бы заставляют нас задуматься вообще над тем, что, куда мы движемся, какие у нас принципы, ориентиры. И в центре зала предлагаю всем посетителям взять по желуди или каштану, посадить свое дерево, которое, возможно, вырастет, но и украсит нашу землю в будущем. Thank you.